Привет, мои дорогие подписчики. Москва, Савеловская. Утро сегодня у ребят удалось. Все уже тут напохмелялись, перепохмелялись. Вот я только отошел в магазин. Приехал подписчик, тут угостил их. Ну, такой грамотный чувак. Купил им эту настойку. Не знаю. Сейчас посмотрим вместе. Клюква, яблоко. Сколько оно градусов? Такая, короче, хрень. Сам глотнул, короче, поехал домой. 13 оборотов. Всего лишь на все. Вот. Вот он их угостил. Сейчас мне нужно. Я хочу Космосу отдать одну бутылку. Он две купил. А вот у меня еще один человечек ко мне приехал. Манька. Иди соберись куда-нибудь, погрейся в метро, ёб твою мать. А? Все. Что ты ищешь? Мне бутер. Ма. Что ты потеряла? Вчера студенты тоже принесли, да? Будешь? Я хотела бутер с это, с сыром. Нету? Ладно. А это что за ведерко, Мань? А, туда перекладывает, да? Да, я в этом буду таскать, а? А чем тебе не нравится это? Идите в баню. Холодильник отнеси. Иди ты, знаешь, куда. Размораживал в этом месяце холодильник? Он был убивал меня. Ладно, я угораю. Прикалывайся. Разгрузка сумки. Всегда людей интересует, что у Маньки в сумках. Вот смотрим. Ревизия. Даже всплопала. Не специальные отверстия. Маша, а это что? Соль. Соль? Да. Соль, без соли как может быть? Я понял. Сам знаешь. Соль, это. Спички, гречка, все как положено. На войну нет, собралась. Нет, нет. И спички нет. Выпей пивка, то голова ни хрена не соображает. Не так веди. Это пиздите от тоски. Могли я тебе выездить. Надо будет. А он прикалывается вообще-то. Ох, Машка, Машка. Что, Машка? Машка еще суп не съела. И суп у тебя есть? Да. Не пересолила? Это чуть-чуть дала. А, я думал, ты сама готовила. Иди ты знаешь куда. Это ты, получается, всю жизнь обманывала меня, да? Морально говорю. Убивай. Сама готовила, говорит. Оказывается, тетя Маша дала. Я готовила у меня тоже. Но кому-то бывает не нравится. Умеешь готовить, да? Если было где. Ну где, где? Вон на базе, на костре. А, сейчас же. Я тебе там натурпродукт дам. Натурпродукт. С дымком. Идите, Павел, пожалуйста.
нравится. Милиция! Не надо так делать, а? Полиция. Сполоснуть правильно. Не, это промыл. А, я думал, ты пить бросаешь. Где ночевала сегодня? Нет. Пока даже не было. Это ты сейчас спала, а ночевала где? Сама не помнишь, да? Валерка со мной был. Космос? Да. Потом мужика увидели, я говорю, космос. Расческа-то хоть есть у тебя, не? Пей до дна, пей без промаха. Один хрен отцвела черемуха. Ебать. Снимаешь? Да, два Валерки. Валера, Валера. Валера, Валера. Я белорус. Город Гомель. Что дальше говорить? Что дальше говорить? Пожелаю всем удачи в бою. Да. Я еще могу сказать, уважаемые любимые подписчики, мы рады, что вы смотрите нас. А мы с своей стороны постараемся сделать так, чтобы скрасить ваш досуг, и чтобы вам было по кайфу смотреть. Смотрите ТВ Маэстро, и вы не ошибетесь никогда. Всегда вы найдете для себя кто-нибудь, над чем можно поугарать или просто проявить какой-то интерес. Удачи всем. Уважаю. Спасибо. Серега, спасибо тебе за все. За, блядь, я не помню чего, но ты хороший человек. Ты много напрягаешь просто. Как сказать? Ну, скажу, серый, не в обиду, пошел. Вот такое утро у нас. Это утро, это уже день. Утро. Все, это день. Ребята там тоже похмеляются, водка рекой течет, денег море, все ништяк.